Всем привет, дорогие друзья! Сегодня снова Far Cry. Хрен знает, конечно, уже какая часть. Но все мы помним, куда я зашел в конце предыдущей серии. Куда? В тупик? Чего? Чего? Короче, мы зашли в какой-то бункер, где, видимо, какие-то ученые сделали каких-то монстров. Не с места. Во. Дворяне окружили меня! Надо сообщить по рации! Он на меня посмотрел! Пошел нахер! Опа! Этого убили. Что это за чертовщина? Должно быть, это Трекин. Проект доктора Кригера. По сути, они биогенетически измененные приматы. Приматы? То есть обезьяны, что ли? Буронька. Ха-ха-ха. Что-то меня ждет впереди. Эту дверь явно не открыть. Стопудово. Я просто проверил, а вдруг. Короче, я сыкую, да. Сыкую ли я? Оставайтесь на месте. Шлем подкрепление. Не вступайте в бой с трекинами. Повторяю, не вступайте в бой. Сохранение игры. А мне... Я вообще-то не стрелял. Я такой... Бля, и что, я теперь без брони, что ли? Где этот хер? Я теперь просто так без брони. Ладно, я готов был умереть, потому что все пошло не по плану. Ну... Сразу их сейчас. Ну я просто, наверное, ХП посносил и все. Так, все, сваливаем, сваливаем, пошли нахер. Ну, недалеко он грены кидает, блин. Кого это он там стрелял? Не, подожди. Я это... Мне знаешь, что показалось, что на них напал какой-то монстр. Типа он мне помогает, все дела. Я поэтому перестал тратить патроны. Минус пол брони, супер. Охренеть, да вы охренели, я сейчас что, вас не смогу пройти? Да вы не охренели ли случаем? Одного вижу. Сколько осталось, я вообще понятия не имею. Он что там, уснул? Или застрял? Чего? Чего, ёптать? Реально они с кем-то сражались в прошлый раз. Вон, смотри, еще хер стоит, да? Ха-ха-ха-ха-ха, затаился. А, патронов-то нет, что я радуюсь. Реально зря патроны потратил. А что, бронька? Это пень. Охренеть, чудище. Так, ну убиваются они примерно... Кто-то подъехал. Нет, не подъехал. Я тут... Чего, бля? Мне показалось, это звук грузовика. Мне патроны нужны. Мне срочно нужны патроны. Так, я могу сесть в грузовик, да? А чем мне это поможет? Один был здесь. Подобрал. А ничем мне это не поможет. Давай пойдем поверху. Пошло все нахрен, я пойду поверху. Надеюсь, так будет безопаснее. Еман! Че бить за звук был? Ни хп.
Ни брони. Тут тоже ничего не лежало, да? Писец, у меня просто ни хрена нет. И куда я сейчас пойду без хп? Я сейчас дойду до сохранения и буду там погибать. Ладно, я надеюсь, игра как бы продумала тот факт, что я мог бы остаться. Рычит. Снизу? Где? Ну это пол... Они с кем-то стреляются. Дойл, какого черта они тут делают? Это часть плана Кригера. Он изобрел сыворотку, которая изменяет каждый орган и ткань в теле подобного. Насколько я знаю, пока он испытывал ее только на приманах, единственный побочный эффект сыворотки в том, что она уменьшает уровень интеллекта и делает подопытных крайне агрессивными. Ну это понятно. Ваша главная цель, Трайдены, стрелять на поражение. Я уж заметил, что они явно не дружественные, эти приматы. Только мне страшно, у меня хп нет. А, сука, все, писец. Писец просто. И хрен пойми, убил я его или не убил. Ага, он всех съел. Охренеть. Комарик укусил, что ли? Да, я с хп. А, так я в самом начале. Может, знаешь что? Может, просто... Ну, конечно. Да, отлично. Ну, это был мой план. Но он не сработал. Может, знаешь что? Может, это... Мне надо не на... Мне надо и не надо, короче, тратить патроны. Давай-ка я просто посижу внутри. Двери так странно открываются. Как будто кто-то мне что-то говорит. Что-то очень плохое. Ага, они еще не сдохли? Че, серьезно? Я-то понадеялся. Или если я уйду, это работать не будет? Ага. Они там, да? Чего? Игра, да ты не охреневай. Да, я играю на супер сложном уровне. Но это не значит, что должно становиться... тяжелее. Так, пошел нахер. Ну, они стреляются. Так, в кого он стрелял? А третий живой? Мертвый. Писи. Где? Где? Пошли нахер отсюда! Я даже патроны собирать не буду. Ни хрена не прыгают. Я просто охереваю. Какого черта они тут делают? Это часть плана Кригера. Он изобрел сыворотку. Вот тех не... Не, мне этих нужно убрать. Стопудово. Так, сейчас подъедет тачка. Может мне пробежать? Может просто на дебила? Слева. Где? Эти снизу, что ли? Сука такая.
это жестко. О, нормально, нормально. Вот он, сопляк. Пошел нахер, вот и все. И у меня полное ХП. Блин, проехать на тачке, но я понятия не имею, куда ехать. Так, пока все хорошо, сносим двух. Дой, какого черта они тут делают? Это часть плана Кригера. Он изобрел сыворотку, которая изменяет каждый орган и ткань или подобного. Допустим, там второй. Пойди уже снизу, да? Их первая цель какие-то крагены, кракены. Может, на какой-то рыли проползти? В меня кто-то слева шмалял, но я так подозреваю, что это вот эти ребятки снизу. Да сдохни, пожалуйста, на секундочку, ага. Они реально даже кричат, как приматы. Какие-то робокопы, блин. Ну, их приехало, наверное, трое, да? Я вижу двоих. Допустим. Ух, твари снизу бегают. Откуда? Ага. Хорошо, я его увидел. Но туда дороги есть. Туда дорога есть. Вижу. Мертвый. Звук странный. Надеюсь, они не смогут сюда забраться. Еще одного вижу. А где он? Не видно. Ну ладно, поползли дальше, да? Или может биноклем все проверить? Мне кажется, мне нужно сюда, в здание, нет? Где? Нормально они залезли. Зараза, перезарядка, писец. Допустим. А если они залезли здесь, то они смогут подойти сзади ко мне. Я продвигаюсь-то сейчас уверенно. Ага, сюда не добраться вообще. Вон какая-то дорога, да? Но для этого мне нужно спуститься вниз. Лестница есть. Твою ж налево, а что делать-то? А это что за... А, тут типа был мостик, видимо, и упал, да? Писец. И туда потом никак не пробраться. Мне реально немножечко сыкотно, потому что, ну, я примерно понимаю, чего можно ожидать от всей этой хрени. Где-то слева, где-то там. Я примерно понимаю, что можно ожидать от этих приматов. В смысле, ага. Я вообще не тем занимаюсь. А, бункер налево. Бункер, лаборатория в бункере, чего? Кого? Супервижн. Сейчас посмотрим, здесь открыто или нет. Могу ли я вообще отпереть? А, все понятно. Ну, те ворота я тоже... А, вон дверь. О, все понял.
Чего? Лифт? Наверх? Куда мне и надо? Что мне... Вот дорога. Сразу вдвоем стоят. Хитрецы молодцы. А, сука, это было больно. Это вообще неприятно. Нет, я хочу уже забраться сюда. Да ладно. Да не гоните. Да не. Я не верю. По-любому можно. То есть я мог найти какую-нибудь карту и зайти с первого этажа. Ну-ка. Вот опять вот этот баг небольшой. Слушай, реально могу зайти. У меня новости. Я только что получил сигнал СОС от Джерри Спадзика, главного ученого. Он заперт в каком-то помещении, окруженном трагинами. У него должна быть карточка допуска во все закрытые зоны. Она тебе понадобится, чтобы спасти Вэл. Прикольно. Притворился, типа... О, сохранение, отлично. Такой притворился, типа... Это... Хотя что, он бежит вообще, что ли? Снизу. Так, хорошо. А то, что они прыгают на меня, я думаю... О, кто-то сбежал отсюда. Хорошо, что не закрылось. О, красава. А то, что они прыгают, мне, видимо, нужно как-то уворачиваться от них. А там был вход? Да, есть. Давай посмотрим, что здесь. Глаз зачесался очень не вовремя. Момент открытия двери. Вот так сразу. Пошел. Еще. Отпрыгнул. Видел? Вы не охренели ли, ребята? Чего? Втроем. Опять глаз зачесался. Так, вот этот. Я офигею. Ой. Дурак. У меня осталось писец. Зря я снайпу променял на... Точнее, пистолет променял на снайпу. Это я сделал очень зря. У меня нет патронов. Ну, как бы есть, но... Писец. Это просто писец. У меня нет патронов. И у них нет никакого оружия. У них были М-ки, видимо, и я их подобрал. Это не как в Half-Life, да? Взять нельзя. 38 патронов. Великолепно. Но мне не хватит. Ну это писец, это очень зря. А где топает-то? Их двое. Блин, это писец. У меня нет патронов. Что делать? Угу, спасибо. И чё? А там сейчас писец. О, еще эмочка. Да слышь, игра. Харе, хватит. Ну, допустим, и чё? Много стало патронов, что ли? Как я рад, как я рад. Это что? А, это прожектор. Писец, патронов нет. Может мне это, может мне грену закинуть?
По-моему, удачно. По-моему, очень удачно. У меня нет сюда доступа. Да это... Это невообразимо. У меня полное ХП. Полное. Так, одного убил. Ух ты, жарко. 28 патронов. У меня в прошлый раз оставалось 28 патронов. Почему? Почему? Где мне взять теперь патроны? Давай посмотрим, что здесь. Везде нужна карточка. А мне кажется, что мне нужно пройти туда. Ну, значит, мне в здании нужно найти карточку. На каком этаже, я пока не понял. Монстров было, по-моему, 3 штуки. Зачем я потратил патроны на него? Я нашел твоего ученого и его карточку доступа. К сожалению, теперь он не слишком разговорчив. Перевалим отсюда нахрен. Я услышал что-то о бункере. Может, нахрен, да, второй этаж? Джек, прикрой задницу бронежилетом. Надвигается настоящая мясорубка. За тобой выслали отряд. Вроде здесь все чисто. Разделимся и будем держать дистанцию. Допустим. Ладно, хорошо. У меня было, по-моему, сохранение, поэтому давай я все-таки заберусь на второй этаж. Если, кстати... А, да, у меня карточка есть. Теперь ты мой. Маленький. Может, тут патроны хотя бы есть, я не знаю. Я без ХП, да. Ого. Слушай, ну патронов мало, но... Дверь закройся, пожалуйста. Ты можешь закрыться, дверь? А, теперь мне надо вот эту херь. 10 патронов. Нет. Так, смотри. 300. Это, по-моему, то, что нужно. Ну пока эмочка, мне патронов мало. Великолепно, просто я зашел. Так, спрыгивать, пожалуй, не буду, просто выйду обратно, потому что все равно уже все зачищено. Не, снайпа, конечно, снайперка в каких-то моментах, скорее всего, хороша. Но у нее очень мало патронов. Я понял. А, тут же уже никого, да? Как мне это увидеть? Они в тумане. Писец, ну это лифт на первый этаж. Ну здрасте, пожалуйста. Как же он мне нужен? Что за звук такой странный? Как будто он мне монстр привез. А отсюда их не видно, да? Блин, отсюда их не видно. Ну, чуть-чуть броньку потерял, ладно, допустимо. Двое, все.
Это, кстати, хорошо, что они прибежали сами. Это прям очень было выгодно для меня. Все? Ну потому что там туман, их реально ни хрена не видно. Какого хрена? Как я должен их вот увидеть вот в этой херне? Так, патрики, патрики, хорошо. Тачка. Есть только бочки? Ну хотя, да, мне тут. А мне теперь куда? В открытые ворота, да, наверное? Это открытые ворота или... Или что это? Какие это вообще ворота? Угу. Для посадки вертолетов. А, значит, в обратном... Опа, Анцо. Здрасте, пожалуйста. В смысле, а что тебя не взять? А какого... Это что, максимум? У меня и 300 патронов было на М-ке. О! Какой я внимательный. Так, ну поехали. Я надеюсь, сейчас будет сейф. Когда скажи, Триггер испытывал сыворотку на людях? Нет, сейф. Я знаю, но у него есть много других проектов. Вот еще одна причина поскорее найти Вэлл и свалить отсюда. Вот именно. Полностью поддерживаю. Хорошо. Карточка допуска позволит тебе попасть в лабораторию в каньоне. Но вход в комплекс заблокирован. Тебе придется самому найти способ попасть внутрь. У тебя неплохо получалось со взрывчаткой. Может, стоит повторить? Да, мне как раз не хватает внимания. Пошли нахрен, я вас даже не вижу, вы не охренели ли? Ну, по идее, это не против правил. Слева. Чего, ёпта? Сверху. Блин, там снайпер, да? А, можно и так. А приближать можно? Нет, приближать нельзя. О, на тап. На тап задание. Так, подожди, а куда я? На shift. Да. Давай, вот сейчас подъеду и нажму на shift. Сейчас снова будет болтовня. Или уже нет? Хорошо. Да. Конечно же. Я неправильно заехал. Тревога. Боевая тревога. Я заехал на какую-то горочку. Ладно, еще одна попытка. Давай вот близко не подъезжать. Где еще? Так, теперь давай, знаешь, как сделаем? Давай втихаря. Как мне понравилось. Мне специально, наверное, не дают глушитель в этой игре для того, чтобы я страдал. Два трупа наблюдаю. Вот там из-за деревьев никого не вижу. Но это издевательство. Ни хрена себе, что за крепость. Сука, да как он меня видит? Где-то там внизу, что ли? Кто там? Ты покойник! Ну, допустим. Но это, по-моему, очень слабо. А где? Охренеть, да их пока всех запомнишь? Ладно, слушай, я не знаю, сколько я поиграл. А, так я еще не закончил вот это, да? Ой. Не-не-не, я сюда не хочу.
А, ну давай тогда дальше. Я что-то думал, что, знаешь, уже локация пройдена, и можно завершать выпуск и в следующей серии приступить уже к новой локации. Но продолжается старая, поэтому, ну давай тогда продолжим. Слишком близко. Да. Слишком близко. Давай пораньше остановимся. Хорошо. Карточка допуска позволит тебе попасть в лабораторию в каньоне. Но вход в комплекс заблокирован. Ты придется самому найти способ попасть внутрь. У тебя неплохо получилось со взрывчаткой. Да нифига хп. Да, мне как раз не хватает внимания. Реакция пока вроде как успеваю. Так, все, слазим с тачки, бежим. Попробуем с этой. А, с этой. Объяснил. Сам-то я понял, что я сказал. С этого оружия, я хотел сказать. В меня стрелял хер вот где-то оттуда. Потом другой хер где-то спускался. Охренеть, серьезно? Охренеть, точное оружие. Но у меня уже хп нет. Он умер? Оружие очень точное. Лох. Как тебе это, сволочь? У меня нет хп. Очередной раз. Ого, так это круче эмки. Ай, не попадаю. Ну, блин, хп было мало, да. Было мало хп. Ну, теперь примерно понимаю, кто где находится. Это уже хорошо. Но оружие, конечно, топчик. Ой. Блин, из-за этого я лишился броника. Так где он был-то? Я что-то даже не понял. Так, давай, все, давай. Да блин. Shift случайно нажимаю, он переключает, блин, из руля пересаживаюсь на этот пулемет дурацкий. Потом вообще для какого-то хрена на пассажирское сиденье. Ну нахрена? Нахрена мне здесь в этой игре пересаживаться на пассажирское сиденье? Это не онлайн же игра. Как он близко подошел. Все, побежали. А может позиция фигня? Может отсюда посидеть? Может вообще из бинокля посмотреть, кто где? Вот, видишь, да? Вижу челика. А, отсюда не вижу ничего. Опа, один, смотри, здесь уже. Он прям на чеку. Отсюда я не вижу ничего. Ну давай, он сейчас подойдет ближе. Опа, здрасте. А, это тот наверху, да? Он меня видит, интересно, нет? Может, видит, но просто подкрадывается. Но спускаться сюда не хочет, это точно. Ага, ну этот пулеметчик, хорошо. Ну этот прям вообще не хочет, прям...
Я отсюда его точно не увижу. Это гон. Ну, что-то как-то не вариант получается. Может, на грузовике туда проехать? Просто, ну вот. Ну, попробовать. Ворота закрыты, да? Так. Я хрен знает, что делать, я просто бегу в угол. Чемлюсь. Он что, из танка выстрелил по мне? Охренеть, игра. Игра, я охереваю от тебя, серьезно. Не, ну огромный кайф в этой игре от того, что здесь можно ездить на тачке. Это прям, прям... Я опять не ту нажал. Да они еще стреляют по мне, серьезно. Поешь свинца, говорит. Я в него без остановки из пулемета. Он мне поешь свинца. Ладно, теперь точно продолжим в следующей серии. Спасибо тебе за просмотр. Ставь лайк, оставляй комментарий, подписывайся на канал. Это был канал Saybig Pro. В описании к видео есть все всякие интересные ссылочки, в том числе и бесплатное скачивание игры. Мы с тобой продолжим в следующей серии. И не забывай, что это самый сложный уровень сложности. Блин, как масло масляное звучит. Ладно, спасибо тебе и пока.